Clever Movies. Как вам известно, мы долгое время терялись в догадках, какие персонажи станут участниками предстоящего фильма «Лига справедливости». И теперь, благодаря статье издания comicsbooksnews.com, мы приблизились к тому, чтобы узнать ответ на этот вопрос. По сообщениям на этом сайте, согласно источнику из DC Entertainment, предполагается, что в фильме появятся Супермен, Бэтмен, Чудо-женщина, Зеленый фонарь, Флэш, Марсианский охотник, Аквамен, Альфред Пенниуорт и Лоис Лейн. Персонаж Супермена не будет отличаться от того, каким мы его увидим в фильме режиссера Зака Снайдера «Человек из стали». А самого Снайдера даже пригласили для участия в проекте в качестве консультанта для написания образа персонажа. Еще один персонаж, который нам хорошо известен, это Бэтмен. Он возьмет на себя роль стратега. А у «Зеленого фонаря» Лиги справедливости будет более серьезный образ, чем тот, который мы видели в фильме Райана Рейнольдса в 2011 году. Значительная роль в фильме отведена персонажу Аквамена. Он выступит в качестве короля Атлантиды, возможно, делая основу для сюжета отдельного фильма «Аквамен», производство которого предположительно начнется после картины «Лига справедливости». К сожалению, нет никаких упоминаний о пластическом человеке, а как вы знаете, я очень хотел бы увидеть его в списке DC персонажей. И я немного удивлена отсутствием в списке «Зеленой стрелы», особенно учитывая факт, что этот персонаж уже появлялся в очень успешном телесериале и больше известен зрителям, чем такой персонаж, как «Марсианский охотник». А что думаете вы об этих персонажах как членах команды «Лиги справедливости»? И кто из актеров, по вашему мнению, подошел бы на эти роли? Напишите нам свое мнение и следите за последними новостями о «Лиге справедливости». Я Эрин Дарлинг. Увидимся!